Всем привет! С вами мистер Ниха, и как вы догадались по названию этого ролика, сегодня мы обсудим YouTube, а точнее как он скатился по сравнению с 2018 годом. Перед этим я, конечно, хотел записать Age of Elder Scrolls, мод на Age of Civilizations 2, но просто во что превращается YouTube. дальше меня <laughs> мне хочется ролик записать чтобы высказаться ну что меня в... ну что меня начал отдергать так это летом когда я хотел с за седом поиграть посетив героев меча и магии 3 вход те там вот кто не смотрел посмотрите, я проходил эту карту с карту стримами. Так вот, в один прекрасный день мне пишется, что Google Hangouts больше не работает в YouTube. Ну это... Это уже серьезно, потому что я теперь не мог стрим на компьютере сделать, у меня XP стоит. Следующее, что я хотел отметить, так это то, что YouTube каким-то боком убрал личные сообщения YouTube. То есть можно было скинуть ссылку. Человеку и если он ä, принимает ä, ссылку приглашения, то ты с ним можешь ä, лично переписываться, а также в групп, а также создавать группы YouTube. YouTube почему-то решил эту штуку убрать, хотя это даже была очень прикольная штука. По сра... Конечно, по сравнению с Вайбер и Телеграмом там переписываться не так классно, то есть там нет всяких стикеров, нельзя фотки покидать, нельзя видео, которое только у тебя на телефоне. Но убирать личные сообщения, не знаю, это как-то не очень. Ну и следующее, что я хотел поговорить. Так это о новых правилах Ютуба. Я их еще не читал, но сейчас зачитаем. 10 декабря 2019 года вступят в силу обновленные условия пользователя использования. Так, ну мне вот интересно всего а... конкретно на правила я попробую зайти на этот сайт правда он как-то долго грузится но все же загрузился так давайте уже эти долбаные правила потому что мне впадал закидывать эти самые правила в google переводчик блин. YouTube сможет, смо, сможет удалять коммерционно невыгодные аккаунты. Новые правила использования YouTube разрешат компании удалять коммерционно невыгодные аккаунты. Новые правила использования YouTube вызвали боязнь у многих авторов каналов и обычных пользователей теперь сервис может удалять коммерционно невыгодные аккаунты то есть я, я не просто так вставил картинку где youtube пробивает дно Ну вот, YouTube начал отправлять пользователям сообщение с обновленными правилами использования сервиса в конце прошлого, прошлой недели. В них рассказывается, что сервис может удалять или ограничивать доступ к сервису для пользователей, которые не приносят YouTube достаточно прибыли. Я хочу, вряд ли, конечно, YouTube меня сейчас смотрит, но я хочу YouTube задать вопрос. Вы там в своей Калифорнии охренели? Вы охренели? И на самом деле тут уже создается такая печаль, что... Ну создается печаль, что у Ютуба нет конкуренции, то есть почти такой же платформы, которая с Ютубом с конкурировала, б. потому что была бы конкуренция у Ютуба, Ютуба такие новые правила не вводил, не убирал бы сообщения. Ни не удалял бы Google Hangouts. Вот, а... вот YouTube хочет ограничивать пользователей, которые приносят недостаточно прибыли. Но извините, давайте представим, YouTube, так сказать, удалил пользователей, которые не приносят той самой прибыли достаточной какую-то но приносят но недостаточно так у ютуба еще меньше денег останется Шу, ну, кто там сидит так генеральный директор Сьюзен Воежицкий. Сейчас. ну я не знаю кто вряд ли кто-то отреагирует но зато мы зато зато мы испортим лицо шлюхи Вот сколько можно терпеть дебилов в руководстве Ютуба. Блин, надела. Ну, собственно, я не знаю зачем. Мы щелкнули на Википедию шлюхи. Ладно, тут, тут уже пошли оскорбления, но в принципе, мне кажется, что шо... та тварь заслуживает. Там, конечно, мог бы еще сейчас про политику говорить вот так вот. Вот за... зачем российское правительство хочет там грозит отключить русским интернет, если YouTube сам отключит и не только русских. То есть с Россией и Украиной не очень такой большой большую прибыль youtube получает я, я не знаю с чем еще дополнить короче пока.